Поступил такой вопрос. Желательно ли, согласно исламу, ограничиться одной женой? Согласно шафиитскому мазхабу, тому, у кого нет явной нужды во второй и более женах, или есть необходимость, но нет материальной возможности обеспечить их, желательно ограничиться женитьбой на одной женщине. Некоторыми примерами потребностей, которые могут служить основанием женитьбы на второй и более женщинах, являются такие вещи, как надежда на рождение ребенка или необходимость семейного очага. Важно отметить, что человек, женившийся на двух и более женах, обязан соблюдать равенство между своими супругами и обеспечить их всем необходимым – питанием, жильем, сезонной одеждой и тому подобное. Обо всем этом написано в таких книгах, как «Мугни аль-Мухтадж», «Хашиету Шабрамулласи», «Хашиету Ширвани» и так далее. Альхамдулиллахи Раббиль Аль.